Никогда такой не пробовала. Напоминает пластилин. На желе похоже. Пахнет. А клей? Это что такое? Творог. Похоже на творог. Может масло? Козий сыр. Мягкое. Пахнет не очень приятно. Но мне кажется, это должно быть что-то экзотическое. По-моему, он испортился. Попробовать хочу. Мне интересно, что это. Я люблю экспериментировать. Ну, совсем капельку, чтобы только знать, что это. Странное на вкус. Вкусно. По-моему, безвкусно и со вкусом клея. С сыром. Горький. Не хочется, я просто дома еще поем. Немного на творог похоже. Ну, немного горький. Кисло-горький. Может, на любителя, может быть, вкусно. Он не имеет никаких таких вкусов, которые не могли бы понравиться. Смешная новелла. Мне кажется, что такое есть можно. Мне кажется, я такое уже где-то пробовала. А что это? Я так и не поняла. Сытофо. Правда? Не понравился сыр тофу. Сыр тофу не понравился. И мне. Сыр тофу мне не очень нравится. Ну, можно сказать, вот так. У меня такие средние ощущения, и я, наверное, его съела еще. Он очень вкусный. Мам, покупай мне этот сыр раз в месяц.